Ну что, привет, болезные мои! Вот меня все спрашивают, откуда я все знаю, что произойдет на наших прекрасных изумрудных огородах. У меня же бар на Таганке. РФС через дорогу. Они все сюда ходят на бизнес-дринк, все дни рождения тут отмечают. Естественно, языки у них развязываются. Такого иногда понаслушаешься, просто уши вянут. Ну, и куда мне все эти секретные стройматериалы сдавать? Вам рассказывать. Бесплатно. Че, вам плохо, что ли? Если плохо, не ставьте на анжи. Никогда. И вам сразу полегчает. Вот так. Оле, 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 Олег предскажет на века. Значит, записывайте. 6 декабря Ростов играет со Спартаком. Когда мы последний раз выпивали, ну, сильно, с Дюбой, он рассказал, что такую личную неприязнь испытывает к Спартаку, что кушать не может, только пиво. Мы с ним даже поспорили, что он 3 гола забьет. Он поставил свой Лексус, а я 2 кружки пива. Ну, у Лексуса же 2 моста, ну все по-честному. А Дюба за свой Лексус или сам удавится, или бы кого-то удавит. Так что мой прогноз. 2 тяжелых травмы, 7 карточек, 1 массовая драка с участием всего персонала. Короче, 2-1 в пользу Спартака. Оле! Второй матч, на который можно смело ставить, Краснодар-ЦСКА. До меня дошли слухи, что Слуцкий где-то потерял вожжи для управления своей командой. Только выпустил их из рук, бац, нету. Всю конюшню обыскали, нету вожжей. Наверное, закопали где-то в сене. А сена никому сейчас не надо. Всем ведь только капусту подавай. К тому же он забыл в аэропорту чемодан с пряниками. И теперь для управления командой у него остался только кнут. А он далеко не Клинт Иствуд, скажу я вам. Начнет кнутом махать, скорее сам себе в глаз засветит. А Краснодар сейчас на большом подъеме, потому что в этом году на Кубани выдался богатейший урожай конопли. Так что Краснодар будет не то что летать по полю, он будет летать над полем. В итоге будет боевая ничья в пользу ЦСКА. 2-1. Ну и нельзя пройти мимо игры «Зенит Урал». Учитывая все проблемы с калием, на Урале сейчас царит паника. По колено уже в этом калии. В таком состоянии Уралу ничего не светит. А учитывая то, что Петербург находится почти на границе с Белоруссией, то полкоманды туда вообще не поедет. Остальные будут бегать по полю и озираться, как бы их не заметили белорусские КГБшники. 4-0 в пользу «Зенита», если не больше. Вот так вот. Ну что в Европе? Единственный интересный матч, который состоится, это будет матч в Испании. Асасуна – Реал. Это последний шанс для Роналду получить золотой мяч. Ставлю на Реал. Причем все голы забьет. Все до одного. Конечно, кто? Роналду. Но если вам, конечно, легких денег нужно и быстро, ставьте на чемпионат Малайзии. Там все результаты расписаны на год вперед. Вот записывайте. И не надо мне тут иронично улыбаться. Малайцы, они же шустрые, чисто дети. А у нас во дворе всегда такие счета были, большие. 128-26, понимаете? Ставьте, только не больше 1 миллиона, а то линию закроют. А я туда, между прочим, все свои чаевые за год бабахнул. Ну все, пацаны, процветания вам и легкой наживы. Болейте сердцем, а думать за вас я буду. И как говорят малайцы, бра палама, сьяма нама. Знаешь счет, богатым будешь. Пока!